К драгоценностям женщины питают слабость на протяжении многих веков. Не стал исключением и период строгого советского времени. Конечно, редко кто из дам тогда мог позволить себе такую роскошь, и чаще всего, если в семье были ювелирные изделия, то, скорее всего, это были семейные реликвии, которые передавались из поколения в поколение. Но некоторым представительницам слабого пола повезло стать успешными и известными, ну и, естественно, они имели все возможности покупать себе бриллианты. Галина Брежнева, дочь генсека ЦК КПСС, обожала бриллиантовые украшения. Зная о такой страсти, ее мужчины не скупились и щедро одаривали принцессу СССР редкими и роскошными драгоценностями. Она и сама бесстрашно вступала в опасные ситуации, чтобы только заполучить понравившееся украшение. Неспроста Галина Леонидовна заслужила звание «Живой экспонат алмазного фонда». С ее именем связывали множество бриллиантовых скандалов того времени. Вот такая на сегодня история. Всем пока.